Всем привет, дорогие подписчики, с вами Костя Диман, а также Юрка, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 Online, это рубрика «Прыжки в высоту». Здоровки, ребят. Сегодня, ребята, все те же правила, немножечко трассу мы доработали, нету бустов, все убрал, все чистенько, все хорошо, все как мы любим. Ну и, соответственно, ребята, на первый раунд будем спавнить по одной тачке, а проигравший будет спавнить две тачки, а кто выиграет, уже три тачки. Ну и, соответственно, будем пытаться прыгнуть на все 800 метров, потому что мы-то построили трассу по одной какой-то тачке, которая туда долетела, а больше таких тачек мы и не видели. Ну то, а также у нас... подожди, зачем я еще заспавнил? Давай посмотрим, потому что мне надо будет потом все наставить нитро. Так вот, у нас, ребята, еще новый пак тачек завезли на проект. Поэтому, ребята, сегодня будут, возможно, новые машины, о которых мы вообще ничего не знаем. А это... определенно лайк. И да, у Юрки Бентли 4 сотки. 415. 415 сходу. Это сильно. Ну вот и, как бы, ребята, первая тачка. Новая первая тачка, которая полетела на 400 плюс, 415 метров. И да, ребята, пока будем лететь, я бы хотел сказать, чтобы вы проверили подписочку на канале, а также проверили колокольчик. Так как в последнее время, кто зайдет на канал, ужаснется. Я понимаю. Ужаснется, потому что просмотры куда-то пропали. 300 в моем случае. Ну, в два раза. Точнее, ну. В одну третью меньше, чем у тебя. Ладно, один балл за тобою. У меня 0 баллов. Переходим к спауну следующих тачек. Так вот, просмотры куда-то делись, и надо что-то как-то возвращать, ребята. Поэтому обязательно проверьте. Если вдруг не стоит, то надо вернуть. Иначе... Да, то надо как минимум, чтобы стоял. Да, иначе будет потом беда. Так, подожди, зачем я заспаунил? Так, КамАЗ мы не берем в учет. Так. Ну, я буду брать тогда полицейскую тачку. Чё у тебя? Бордец вот этот, это чё? Ну, это типа нормальный вроде. Здесь кастом какой-то, да. Даже не знаю, что это нормальный. Ну, ты пока выбирай, я в итоге полечу. Мягко говоря, ребята, не уверен, что этот старичок Мерседес, который уже давненько просится на пенсию, полетит куда-то. Ну, тем временем 406 полетел. Да. А вот летающий Ауди у меня или нет, это вопрос. 160, 175. Понимаю, давай смотреть за тобой. Что там у тебя? Задание. Сколько у тебя? 240, да, 255, 260 в твоем случае. Понимаю, ребята. Второй балл для Юрки. Какого? Какого происходит? Рандом, блин. Ты меня бесишь. Это что такое? О, лего-тачка. Лего-тачка новая? Я не знаю, но она вроде бы не летает вдаль. Она в рандоме упала, между прочим. А, да. Да-да-да, вторая. Так, танки мы не берем учет. Так, кузнечик. А, это... Который, кстати, тоже новый, но вообще это... его брать не будем, он здоровый. Херобора. Слушай, очень много новых тачек, прям очень много новых тачек. Но это слишком тяжелое. Короче, берем, ребята, Лего. У меня нету выбора. Просто нету выбора. Слушай, она быстрая. У меня бешеная скорость под капотом, и я не знаю, поедет она или нет. Интересно, сколько у меня разгонит. Я попробую. Слушай, нормально. Нормально. Не, она едет нормально. 440, давай полетели. Ю-ху! Слабо. У меня заявленная по паспорту скорость 300 почти. 190 у меня, брат. По высоте. Ну, нормально разогнал. О, да ладно. Перелетаешь а просто это за из летающих тачек. Это одна из летающих тачек, я вспомнил. Серьезно? Да, да, да. Она ну, очень редко падает, 355 ты, конечно, побил, но в любом случае, ребята... 3 балла для Юрки, и что-то по тачкам мне не везет. Так, друзья, Юрка вернулся, его выкинула, мы спавним тачки. 2 у меня, грузовики не считаются. Так, Мазератти и Хюндай. Хюндай, кстати, вроде бы неплох был, я поставил на него нитро. А, будем смотреть еще, кстати, за Юркой. Что тебе выпадет, а ну-ка? Драгстер, хрень, хрень, хрень. Окей, я понял. Ладно, ребята, ставим нитро и продолжаем. Ты первый, я первый. Едь ты первый, посмотрим на тебя. Посмотрим на тебя, потому что, ну, когда если вдвоем, то плохо видно, не замечаешь, куда летит тачка. А сейчас хоть понимаешь, так, ну... Ну, 600. Да ладно. Не идеально, но неплохо. Ну, типа, тормози уже, 280 в твоем случае. Да. Ну, плюс-минус 280, так, ну, ладно. Форма, прям, очень надеюсь, что Hyundai. 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 Хорош маневре, но он медленный. 300. 400. 500. Полетели. Нам нужно 280 Hyundai. Да, нам нужно 280 Hyundai. Ну, да. Да. Отлично. Так, 415 что не будет. У меня даже нитро на нем не было. 405. Ну, в прямом у меня не было на нем нитро. Может, он новый из нового пака? Я не уверен. Не, он старый.
меня даже нету фаворитов его, я о нем вообще ничего не знаю. Новенький. У меня был он в запасе, ну, добавлен. Ну, короче, ребята, получается тогда по баллам 3-1, и мы уже переходим к спауну трех тачек. Так, ну, баги мы не берем, что-то чисто только аддоны. Бойки, понятное дело. Так, Мерседес, БМВ и джип. Джип не берем, Мерс мы тоже не берем, и, собственно говоря, на БМВ будем прыгать. У тебя там что? Тоже Мерседес, да? Себе. Я понял. Ладно, полетели. Это бэха не та. Она в Либерти. А вдруг та? Нет. Ну хотя та бы лучше твоей должна быть. Давай, малая, давай. Малая. Понимаю. Так а подожди, а как теперь считать? Ну да, я бы вышел. Я просто тебе инерцию придал, получается. И сам тормознулся из-за этого. И сам тормознулся, вот у меня просто смялась тачка. Ладно, ребята, ну и бывает и такое. Кстати, впервые у нас такое случилось. За это лайк. Такие маневры не повторяйте в реальной жизни. Опасно. А мы идем дальше. Спавним три тачки. Ламба. 2-3 по баллам. Это что у нас? Это мустанг? Или что это вообще? Походу. Так, снова Юрка вернулся. Мы продолжаем. Я, собственно говоря, буду уже прыгать. Не забудь удалить бусты. Потому что у тебя старая версия рампы. А я пока полетел. Давай 400. 450. Ну, блин, нет, это слабо. А Мурчелага, как ее называют, вообще не полетела. Вообще не полетела, 195. Понимаю. Ладно, что там у тебя? 195 всего-то. Ну, звучит интересно, конечно, но... Скудерия должна выше лететь в разы по-любому. Ну-ка. Ленивая хрень. 190... О, нет, о, ну ладно. Нет, тормози. Да. Итого получается, ребята, 3-3 по баллам, переходим уже к седьмому раунду. Меня это радует, догнали, главное бы еще и экстра балл побить, и еще бы новыми тачками насытиться, было бы прикольно. Так, ну это ламба, это Авентадорс, поэтому если это она... Нет, LP700S, LP700S, по-моему, это не она. Потому что Авентадорс у нас цепляется, и на нем точно нет смысла прыгать. Ну-ка, но это не считается. Байк. И... тоже не считается. Да, по-моему, дайте мне тачку. При этом у меня еще три тачки на спане. Дай тачку. В смысле три тачки, я еще спаню? Ну я же победил. И что, еще одна? Ну, в плане всего три тачки, я же про это говорю. Так, ну Мерседес, ну я даже не знаю, Ауди или же Ламба. Ну Ламба это звучит внушающе. 230, да, это Ламба беру. Ауди пока не буду дарить, вдруг Ламба будет цепляться, тогда придется брать Ауди. Потому что я не уверен, ну по-моему это не Авентадорс. У меня маслкар медленный, такой себе. Ну, я смотрю, да, за тобой. И очень тяжелый. 195, как и моя предыдущая ламба. Ладно, пробуем, ребята. Я очень надеюсь, что она не цепляется, потому что... Вот я не... Да, она цепляет. Она... Нет, она цепляется. Я уже сразу понял, она цепляется. Лучше тогда буду брать вот эту тогда. Ауди. А у Ауди нитро, надо его поставить. Ну что, друзья, пробуем. Смотрим, на что способна Ауди. Я не уверен, что она летающая. Распятая это. Ну и резки всегда хорошо летали. Нет, не как припомню. У тебя там было... Да ну, сколько у тебя было? 195. Не долетишь. 190. Просто 190. Давайте, пожалуй, удалим тачку, в принципе. Чтобы не нагружало сервер. Итого 4-3 по баллам. Переходим к восьмому раунду. Опять. Бок о бок мы с тобой идем. Так, это что? Это нормально? Я не уверен, чтобы она не вылетела у тебя. Так, у меня джип, который новый. Я Ауди. Может, она вылетит, переспанет, я думаю. Ну, я не уверен, конечно, джип вот этот вот. Он, а, не, это переспанить. Нормально. Дефендер, нет, Дефендер нормальный, ничего не знаю. Джип 15, и это, ну да, я беру тогда джип, и, друзья, пробуем прыгать на нем тогда. У него нету ни бамперов, давайте мы это все поставим, ну и, честно говоря, я готов. А, у тебя новенький. А, у тебя Чироки, что ли? Да, а ты как думал? Понимаю. А у тебя новенький, получается, этот, Камара. Ой, Камара. Ну, правильно, Шевроле Камара. Так, 500 было почти. Ну, джип летает. Любой джип, который есть, он слетает. Давай. Ну, я бы не сказал, что прям так хорошо, но 260 поставил. Слушай, ну, новенькая тачка тоже может показать. Ну, он электрический, это не тот. Тоже может показать неплохой результат. Это одна из ленивых. 250 не будет. Да нет. Не будет. 180 кое-как. Понимаю, ребята, ну какие-то тачки летают. Конечно, мы не все проверяли, но в скором времени и все проверим. А пока что по баллам 4-4 мы переходим уже к девятому раунду. Так, Яга, Тойота, это не считается Хонда.
М5. Угу. И чё же выбрать? Серьезно, бля. Неплохо. Так, 240. Так, это все твое добро. Да, я, пожалуй, возьму тогда все-таки, чтобы ты понимал, я беру самую убогую по виду тачку, ну, Toyota Mark 2. А, стоп! Ты уже ее выбрал. Она быстрая, но очень шлифующая. Я быстрее тебя еду. Да. И она вылетела еще хреново. Да, я видел, что ты бочком зашел. Она просто вылетела хреново. Я что-то не подумал о ней. На самом деле, ну, обе овощи. Что там у тебя? Давай посмотрим. 180, да, получается? Понял. Блин, если бы я взял бэху, я бы прыгнул бы дальше, мне кажется. Ну или... Ну не факт, 5-4. Переходим к 10 раунду, спауним. Я уже две тачки. Опа, вижу. Понимаю, это не вижу. Ну... Так. Mercedes-Benz какой-то новый концептик. Ну, я, да, я выбрал. И Chevrolet. Я выбрал. Я надеюсь, мне хватит нитро, поэтому я полетел. Это летающий Мерс. А это летающий Мерс, поэтому будет интересно. Будет интересно, говоришь? А, у меня нитро кончилось. 490, но 520 бы было. Ну, сейчас посмотрим, как ты полетишь. Ну, я по-любому прыгну хорошо. А Mercedes тоже неплохо прыгнул. 340, но если ты меня перепрыгнешь, я буду перепрыгивать, потому что мне нитро кончилось. Если выше тебя буду на 50 где-то, то смысла вообще нет. Но что-то нет. Нет, что ты взял, что он летающий? Не тот, да. 5-5, но ребята. Они одинаковенькие, да, но... 5-5. Мне это радует, но не радует то, что экстра балл за тобой. У нас остается еще чуть-чуть раундов. Тесла! Да, все, мне больше ничего не надо. Юрка вернулся, и мы продолжаем. Так, чебурек. Второй щит подряд! Понимаю. Прикольно. Так, R8. Так, ну, выпал мой щит. Мой щит не летает. И выпал щит Ванька, который, по идее, должен летать, потому что он строит плюс-минус летающие тачки. Это та? Или это нет, это обычная Бентли? Я понял, ладно, нам нужно поставить нитро, ребята. И сразу же прыгать. Ты, в принципе, можешь уже лететь, потому что я тебя явно перелечу. Хотя вопрос, с какого раза я прыгну, потому что они могут цепляться. Что ты выбрал, Бентли, да? Да, там одно и то же. Я, короче, тогда прыгаю. Вдруг получится сразу сходу. Давайте, ребята, 300. 300. 500. 700. Блин, цепанулся, понял. Я выпрыгнул, слава богу, я выпрыгнул. Боже, куда? Так, ну смотрим, побьет ли она рекорд 800, мне кажется, нет. Не побьет, вообще не побьет, потому что она уже тормозит. И ты сказал, у тебя 200, у меня где-то желтая ступенька. 525, друзья. Итого получается 6-4 плюс мой экстра балл. И мы переходим к 13 раунду. Давай, спауни, следующие тачки. У меня вновь 3. Так, формула. Вторая. Понял, но это не летающая. Это не летающий. Беру формулу, короче. У тебя там что, давай смотреть. Мерс выбрал, да? А, гелик! Гелик. Не уверен, а это не мой, это который этот, второй. Так, ну я надеюсь, что на формуле я разгоню максимальную скорость и прыгну высоко, но она не летит вдаль. Но при этом высоту тоже по факту особо не полетела. Всего лишь-то 285. Ну неплохо. 285, но ты перелетишь мне на гелике, потому что все уже гелики перелетел. Летают. Да. Итого получается, ребята, 405. Понимаю, 6-5 по баллам, остается всего-то 2 раунда. Поэтому, братан, спаню следующей тачки. Опять у тебя 3 тачки, у меня 2. Так, ну это не берем в учет. Так, ну, только не такое это. Себе. Так, корвет. Так, что у тебя... Да. О, Порш хороший. Не знаю, летает или нет, но как минимум... Автозак не берем в учет. Так, господи, чё... Так... Опять гелик. А, да, это заменёнка, это заменёнка моя. Да ебамать, где тачки? О, Kia. Ну, выбирай. А мне надо ставить нитро, ребята, потому что нитро нету. На Porsche будешь прыгать. Хорошо, пока ты готовишься там, я могу уже прыгать. Почисти за собой, а мы полетели, друзья. Не уверен, конечно, что корвет прыгнет лучше Porsche, но будем пытаться. Я вот не помню, как он ей летает вообще. Porsche очень хорош. А давай. 400. Блин, ну там 200 плюс. 400. А, он тяжелый. 490.
170. Я выше. Понимаю, ребята. Я вообще-то достаточно. Так, я понимаю, 220 у тебя было. Итак, ребята, немножечко запутались мы в баллах, поэтому я, честно сказать, не могу точно ответить, какое там количество, но в итоге последний раунд мы проводим. Так, гоночный болид. Ага. Угу. Ну, пойдет. Угу. А это что? Угу. Хм. Чё берёшь? Какой-то. Чё берёшь-то? Гоночный болид попробую. Я возьму тоже гоночный болид, только это какой-то старый. А поэтому, братан, сейчас посмотрим, кто будет, собственно говоря, дальше. Твой я-то знаю, куда летит, поэтому даже нет смысла на нем смотреть. Точнее, за ним смотреть. Я не смотрел тогда. А-а-а. Ладно, он поехал. Это другой. А! Чё? Чё такое? Я врезался в саму платформу. Серьёзно? Вот в эти, которые... Так, ну 450 разогнал. Давай. Не. Слушай, это другой болид, это не тот. Это другой болид, говоришь? Ну, я не помню уже. Этот 750 ехал. Я 205 разогнал. 750? А? Чё? Да, это другой. Да, ну. А, да, самое это какой-то другой, что по-моему. Я каким хером-то ударился, я понять не могу. Ну, ты выпрыгнул. О, ты... Он ударяется. Ну, если ты еще раз ударишься, то будешь переспавнивать просто другую тачку рандомно. Что, нахера? Просто платформу отодвинуть. Так нет. Ты что, все платформы, все 800 будешь отодвигать? Нет, я просто вот этот прыжок отодвину сюда, вперед еще. Посмотрим. Ну, да, опять он, тебе ударится. Как странно, как-то летит. Ну, типа, ну, попробуй передвинуть. Главное, чтобы она чуть-чуть отошла. Странно, подозрительно. Че, главное, чтобы переезд не врезался. Ну, либо будешь спать просто рандомную тачку. Ну что, Юрка подвинул платформу, сейчас попробуем, посмотрим. Будет ли он цепляться, или же все-таки... Ну, на самом деле-то... Более агрессивно вылетал, чем летит. Ну, хотя... А, я 205 всего лишь, ты меня перелетел, получается. Ладно, ребята, по баллам я, опять же говорю, я не знаю, но вроде как победил Юрка или же нет, пишите в комментариях. А на этом будем заканчивать. Спасибо всем огромнейшее за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, проверьте подписочку, а также колокольчик. Всем удачки и всем пока. Пока, ребята.